ეხა კი აი ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ანა პატარიძე. გამარჯობა. თქვენ ახლა შეგიძლიათ ქალბატონ ანას დაუსვათ კითხვები. Я буду говорить по-русски. Я сейчас ну не знаю, я просто говорю на всех языках, кроме грузинского. Ну грузинский я тоже знаю. А мне интересно, вы много лет занимаетесь этим танцем и азиатским? 20 лет. It's great. Gamarjoba, Movida. And where you live now? Now you live in Tbilisi? Да, простите, я путаю сейчас языки. Да, вы... Да, вы здесь живете, и вы занимаетесь танцем только или что-то другое? То есть, нет, да. Где мы можем посмотреть на ваши танцы, кроме Ничери? Где мы можем? Да? Это очень хорошо. Это русло дела паракеба, окей. Мимо и сам вот да. Нам тоже интересно, вот что вы будете показывать на хеллоу-финале? Араб улице Коме, а кое-что как с Энертром. Давай я буду по-русски это сказать. Вот Ачара Спорты, это портал, где вы можете посмотреть на спортивные мимо Хилвеби и все здесь есть, все о спортом, и это Ачар Спорты. Вы знаете грузинские спортсмены? Кто-то? Вы знаете, кто Заза Пачулия? Пачулия. Кто-то слышала. Да. Баскетболист, да, он баскетболист, и я уверен, он танцует тоже может. Он классный. Да. Вот, можете потанцевать немножко? Вот. Да, конечно. Да, и... Да, класс. Я не могу, вот что мне делать, я не знаю. Так, класс. Класс. Спасибо вам.